Приветствую друзей и недругов тоже приветствую категорически. Вы знаете, у меня есть военный альбом, в котором очень много пронзительных, тревожных песен, грустных песен. Возможно, позже я их начну петь. Сейчас пока хочется петь веселое почему-то сегодня. Настроение такое бодренькое, кепка модная. Вот, и сам я в цвете лет. Дорогие друзья, я вас очень благодарю за вашу помощь и поддержку. Я каждый раз об этом говорю и буду повторять, потому что вы же должны понимать прекрасно, что чем больше у меня просмотров, тем больше у меня стимула продолжать свою деятельность эту. Разумеется, не всем нравится, разумеется, не всем по сердцу. Разумеется, у меня настолько разнообразные материалы в этой золотой секвенции, что не все находят для себя близкие по сердцу, по настроению песни. Но тем не менее, я продолжаю, буду продолжать свой поиск. Возможно, получится достучаться хотя бы до части ваших сердец. До всех вас буду стараться достучаться. Сейчас я спою такую простенькую песенку. Ну, предельно простая она. В общем, что и требовалось доказать. У меня просто попросили как-то мне написать такую бодренькую песню для одного кинофильма. К сожалению, фильм потом за отсутствием финансирования не стали снимать. Но, тем не менее, песенка родилась. Вот, я ее написал и сейчас для вас пою. Называется очень просто «Светка». Полисадник с георгинами, окошко тещино с картинами. И ты в задумчивости трепетной, моя любимая хорошая. Я деликатно тихо подойду и разговор серьезный заведу. Зачем же вы постригли тополя? Тебе записочку подброшу я. Ах, Светка, Светка, моя конфетка, моя конфетка, люблю вас я. Ах, Светка, Светка, целую крепко, душа моя. Палисадник с георгинами и ваша комната с картинами. Варенье варится вишневое, а вы, девчоночка, фартовая. Светка, Светка, моя конфетка, целую крепко, люблю вас я. Ах, Светка, Светка, моя конфетка, ах, Светка, Светка, душа моя. А вы поэзию читаете, ну и о летчике мечтаете. Хоть пехотая, но все равно со мной пойдете вечером в кино. Ах, Светка, Светка, моя конфетка, целую крепко, люблю вас я. Ах, Светка, Светка, моя конфетка, душа моя. Ах, Светка, Светка, душа моя. Светка, Светка, душа моя. В конце она лажала еще, да, обратили внимание? Я вообще часто лажаю, но потому что это же все с колес, это же все вот под рукой, понимаете? Потом на гитарке играю крайне редко. Мы же привыкли к аккордам, воспроизведенным на разных инструментах, в оркестре, с аранжировками. А тут Светка. Спасибо, друзья, вам огромное за то, что вы снисходительно относитесь к моим огрехам и внимательно слушаете меня как, ну, обыкновенного поэта-народника, русского ремесленника. Спасибо большое за помощь и поддержку. Продолжайте подписывать своих друзей ко мне на канал. Рекомендуйте им мои творческие работы. Спасибо большое, друзья.